Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла очередная посылочка от Bear King. Очень понравились мне данные воблеры. И решил заказать еще один воблерок с интересной для меня расцветкой. Посылка пришла за 16 дней. Вот такой вот воблер, копия на Duo Realis Jerkbait от фирмы Bear King. Как видите, немножко коробочка помялась при пересылке. Издержки транспорта. Но сам воблер должен быть целый. Сейчас проверим, снимем. Хорошо закрыт. Приятно эти воблеры получать. Хорошие, интересные упаковки. Только жалко, что на них нету никакой информации. Такой вот воблер. Realme Now Pro. Соточка должен быть 10 сантиметров. Крючки довольно острые. Петли хорошо проклеены. Брал от компании Bear King два воблера. Один из них в расцветке арбузик. И довольно себя хорошо показывает на рыбалках. Еще ни одной рыбалки не было, чтобы я на арбузика не словил щуку. Сейчас взвесим данный воблер. Посмотрим вес. Вес 14,5 грамм. И размер от начала лопатки до петли 11 сантиметров, а тело самого воблера ровно 10 сантиметров. Такой вот, друзья, отличный, интересный воблер. Кому интересно, ссылочка будет в описании. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.